Привіт усім! Це спецвипуск рубрики «Кіноманія». І я зараз знаходжуся у кінотеатрі імені Довженка на закритті першого міжнародного кінофестивалю у Запоріжжі, який був тут протягом 3 днів. Давайте дізнаємося, що тут було цікавого. Марина Миколаївна, дуже дякуємо вам за такий крутий фестиваль. Скажіть, чи важко було усе це організувати? И тяжело, и интересно, и просто были определенные страхи. Никогда раньше этого не делали. Первый фестиваль в Запорожье, новая команда с Киева помогали нам, Кинолайф Дистрибьюшн. Просто страхи из-за того, что что-то новое еще. Но я думаю, что мы справились. Добрый день всем! Запорожье сегодня действительно 1 декабря начинает свой поход за своей маленькой новой историей. Мы сегодня вместе с вами начинаем новый фестиваль. Отрадно отметить, что это именно кинофестиваль, потому как действительно эта отрасль очень знаковая, и ее действительно необходимо развивать. Ласка, яка з номінацій ближче вам до душі? Ну, я режисер ігрового кіно, звичайно, мені ближче ігрове кіно. Але от, якщо не зважати на те, в чому я спеціаліст, то от, в анімаційному на фільмі «Бабуся» я навіть заплакав. В категории игровой короткометражный фильм побеждает фильм «Незаконник». Давайте аплодисменты. Прошу опуски. Я не могу строго оценить более строго анимацию, потому что я считаю, что должно быть равенство между всеми фильмами. Это не важно, анимация, документальное кино или короткометражное игровое кино. Это все кино. И мы должны относиться ко всем одинаково. То есть выбрать правильно, выбрать честно, выбрать то, что нужно.